MakerDAO – это платформа с открытым кодом на базе блокчейна, эфириум и одновременно децентрализованная автономная организация, созданная в 2014 году. Права управления распределены между держателями токенов МКР. Они управляют протоколом Maker и финансовыми рисками DAI, обеспечивая стабильность, прозрачность и эффективность работы. Для этого выстроена научно обоснованная система управления, которая предусматривает опросы и административное голосование. Количество голосов пропорционально числу токенов МКР, которые участник отправил на адрес контракта голосования DCC-шеф. Иными словами, чем больше токенов МКР внес участник голосований, тем больше он влияет на окончательное решение. Протокол Maker, созданный на базе блокчейна Ethereum 2, позволяет создавать цифровую валюту. Сейчас в протокол входят следующие элементы: стейблкоины DAI, хранилище Maker с обеспечением оракула и голосования. MakerDAO управляет протоколом Maker, принимая решения касательно ключевых параметров, комиссии за стабильность, типов и размеров обеспечения и так далее. На голосование, которое переводится среди держателей токенов МКР. Протокол Maker – одно из крупнейших децентрализованных приложений в блокчейне Ethereum и первое децентрализованное финансовое приложение, получившее широкое распространение. Фонд Maker – это часть глобального сообщества Maker. Вместе с рядом внешних партнеров он выстроил и запустил протокол Maker. Теперь он работает с сообществом MakerDAO над тем, чтобы усовершенствовать децентрализованное управление проектом и добиться абсолютной децентрализации. Фонд DAI – это расположенная в Дании автономная организация, независимая от фонда Maker. На ее балансе числятся ключевые нематериальные активы сообщества Maker, включая товарные знаки и права на программный код. Она действует исключительно в соответствии со строго заданными правилами, которые определяют круг ее полномочий. В уставе фонда DAI сказано, что его задача – хранить те активы, которые невозможно технологически децентрализировать в рамках протокола Maker. А где можно купить этот коин? Я лично пользуюсь Gate.io. Есть несколько причин, почему выбирать эту биржу. Во-первых, интерфейс проекта очень понятен. Во-вторых, большой выбор торговых пар, адекватная торговая комиссия, наличие мобильного приложения. И есть куча преимуществ. А также, еще один плюс. Переходя по ссылке в описании, вы получите 20% скидку на торг комиссии. Биржа очень крутая, так что работать с ним определенно стоит. Какие его достоинства? Биржа входит в топ-7 самых лучших бирж в криптомире и имеет положительный бэкграунд. Чтобы начать торговлю, надо пройти легкую регистрацию, а именно заполнить стандартную форму и подтвердить почту. Обязательно запишите данные, чтобы не забыть. Чтобы начать торговать, надо пополнить баланс через криптокошельки или карты. После переходим в классическую торговлю и покупаем монеты, которую хотим и которые мы изучали. На всякий случай подтвердите личность, так как это упростит работу с биржей. KYC не обязательно. Сообщество с платформы стейблкоинов MakerDAO обдумывает серьезный сдвиг в токеномике. Предложение было сделано на форуме MakerDAO лидером сообщества Monet Supply, в котором изложен альтернативный экономический механизм токена. Если предложение пройдет полное голосование по управлению, протокол может заменить свой текущий токен управления МКР новым токеном под названием STK-MKR. Всего за несколько часов после публикации предложения было получено множество ответов, большинство из которых были положительными и касались технических аспектов решения. Это предложение и обсуждение необходимо будет утвердить как предложение по улучшению путем официального голосования держателями МКР, которое обычно занимает 2 недели. Предложение по стейкингу устраняет некоторые проблемы и иные неэффективность текущей модели токеномики, которая использует механизм выкупа и сжигания. Monet Supply предложил, что у существующего механизма есть несколько недостатков, включая отсутствие целевых стимулов, поскольку обратный выкуп и сжигание возвращают весь капитал держателям МКР. Существует также слабый криптовалютный нарратив. Согласно Monet Supply, который сказал, что выпуск МКР может быть направлен на улучшение протокола, нынешняя система также имеет ограниченную защиту от атак со стороны руководства или манипулирования голосованием. Предлагаемое решение – новый токен STK-MKR, который заменит МКР в качестве основного токена управления MakerDAO. Он будет действовать выпущенный для тех, кто внес МКР для цели управления. Ребят, опять напоминаю, если хотите начать торговлю, тогда вам советую Gate.io. Я вам уже рассказал, почему я так думаю. А также вы можете получить 20% скидку на торг комиссии. Но
Не забудьте одно, ваши средства только в ваших руках. Будьте предельно осторожны, иначе потеряете все свои ресурсы. Если вас интересует рынок криптовалюты, тогда подпишитесь на телеграм-канал Растисконы. Там публикуются посты, в каких мероприятиях он участвует. И не только. А также на его канале увидите новости криптомира. Ссылка находится в описании. Переходите, подпишитесь.